This is the Nixon show. Универсальный? Да, да, да. Да, все правильно. Так, кто там следующий? А Никсон где стоял? А он не на бирже случайно? Нет, не на бирже. Ну, потом на троллейбус на Паша. Так куда? Сейчас я иду? Я сейчас. Суслик, а суслик? Ряха уже. Сейчас Никсон стоит. На свет встань, тебя не видно. Встань на свет. Подожди. Фу, какой ты неприличный. Никсон, за тебя пойти? Можно. 12 у тебя. Ну, прямо на биржу, конечно. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В север. Свой. Согласен. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я тебе плачу. Плати, плати. Сколько? 3000. Хорошо, суслик, вперед. 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Лома, Никсон, я покупаю. Чего покупаешь? Лома. А я его не продаю, конечно. Сколько? Говню, 4,5. 500-900 сдачи. Эй, алло, бассейн уже. Ряху, а? А? То у тебя там что-то бегает и в камере некрасиво выглядит. Сейчас твой язык крупным планом возьмем. Еще раз. Молодец. Может, хватит? Хотите ее, Саша? Заводите, брось. Слушай, Наталья, извините. Посмотри, какой Саша сам себе шил сумку. Ника там наши джинсы. Я помню. Ну как первый? Ну как первый? Молодец, сделал, да. Ну какой молодец. Он Нике уже обещает сделать 2 месяца. Саша, я все собираюсь. Саша, у него скоро день рождения, так что можешь. Когда? Ну, когда у тебя день рождения? 30-го. 30-го? О, надо будет резко делать. Ноября? Да. Ну, что так, а теперь ее можно запускать. Да, ну, бросай себя. Нет, я тебе после покажу, как его правильно запускать. Она как-то заводится. Вот, да. Вот эти самые. Я не подходи так близко. Я ее завожу, она крыльями машет. Я честно слово не знаю. Появление третьего лица на следующем симпозиуме. Саш, там есть место на правое. Не хотите. Конечно. Если все вчетвером, в том числе и мама, развернулись бы ко мне ряхами, было бы хорошо. Покажи, что это было. Это Пыша, я сама девочка. Вероника нарисовала. Молодец. Мама, они вот эти грязные джинсы тоже не нашли. Можно тоже. А Саша, вы видели мои джинсы в конце? А мои любимые? Вероника только ползала на коленках, да? Да, конечно. Эти джинсы выдержали 8 лет. Хорошо, как? Я не знаю, сколько выдержали мои джинсы, но мне их нашли. Просто не стали, это журналисты. Ready? Поехали. 1, 2, 3. Сегодня в гостях у агентства «Пост очень фактум» герой дня. На нашей вечеринке самая цветистая личность кишиневского андерграунда. Очень андерграунда. Лидер группы «Вечная помойка» Свин Джазус Свинг. Как вы докатились до такой жизни, дяденька? С детства я был трудным подростком. Катился под гору. Ну, иногда бывали, конечно, взлеты, да, это когда я получил 5 по пению. Простите, у вас такой вокал? У моей учительницы был такой слух. Ах да, вы же лидер бэкинг-вокала. Именно. Он так вот катился и докатился. Да, колобок от дедушки ушел, от бабушки ушел и всех съел. Скажите, пожалуйста, что вы предпочитаете в качестве наилучшего тренинга? Фартинг. О, сэр. Excuse, это русский фольклор. Скажите, сэр, как вы относитесь к лидеру альтернативной тусовки, мисс Монике? Если сделать пару пластических операций, ее вполне можно будет снимать в Маппет-шоу.
Вместо мести. Простите, операции на чем? Хоть на чем-нибудь. Да, очень интересный вариант. Так, стоп, стоп. Скажите, пожалуйста, кого вы могли бы причислить к секс-символу поколения? Секс-символу поколения? Естественно, себя, в первую очередь. О, сэр, вы настолько сексуальны? Да. А в чем это проявляется? Ну, понимаете, пока ни в чем. Не все это еще понимают. Это столь оригинально? Возможно. Они наше поколение. Не все видят во мне секс-символ поколения, но во мне скрыты такие потенциальные возможности. Да, месье знает толк в извращениях. При чем здесь извращение? При вас, сэр. При вас, на, так называемое. Кстати, термин извращение придумали вонючие журналисты. Я не согласен с этим термином, поэтому я хочу сделать соответствующее заявление. То, что обыватель называет извращение в нашем андерграунде, используется слово «вариация». Скажите, сэр, что является вашей голубой мечтой? Новые джинсы. Да. А что зеленое? И последний вопрос, сэр. Что бы вы сделали, если бы у вас был бы более чем миллион? Я бы купил на него пожрать. Да, в принципе, насущная проблема. Специально для очень пост, очень фактом ньюс Алекс фон Штирлиц. Это Никсон Шоу со специально приглашенной звездой мисс Алекс фон Штирлиц. Так, мисс фон Штирлиц, что вы можете сказать по поводу вашего приглашения на Никсон Шоу? Знаете, сэр, это было весьма специфично, несколько неожиданно, но я весьма рада. Неужели? Весьма-весьма. Вот видите, наше Никсон Шоу преследует несколько целей. Первое – это развлечь телезрителей. Второе – это познакомить наших суперзвезд, которых мы специально приглашаем, с нашей аудиторией. Как вам наша аудитория, мисс? Маловато, но в кайф. Что значит маловато? 15 тысяч. Маловато будет. Да, у каждого свои запросы, что поделать. И не каждое шоу потянет на запросы каждой звезды. С чего началась ваша карьера, мисс? Настраивайся пока на этот совок. It's Sovok TV, Nixon Show. На Медни, на одном из стадионов Уэмбли, состоялся грандиознейший концерт рок за и против всего на свете. В нем участвовали куча советских рок-групп и еще большая куча импортных рок-групп. Наибольший успех выпал на долю группы «Ломаный грош». С большим трудом прорвавшись через толпу фанов, профанов и прочих дилетантов, нам удалось взять интервью у лидера рок-группы «Ломаный грош» Семена Червонца. Скажите, пожалуйста, что вы делаете сейчас? Я репетирую. Ах да, у вас же изменился лидер-гитарист. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Это скотина Вася Рублев. Он ушел в запил, запил и на все забил. Боже мой, а скажите, пожалуйста, с чем связана столь темпераментная музыка? Ведь играть... Ты что, снимать будешь? Угу. Снимай. Ты на эту кассету Веронику там снимался. Угу. Потом ты эти кадры сможешь продать за несколько миллионов. Какие? А вот нас. Великая.